Христос воскресе и
Христос воскресе! Воистину воскресе! 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 Христос воскресе! Здравствуйте, в эфире новости ТВК. Мы ведем прямую трансляцию из храма Рождества Христова на улице Щурса в Красноярске полночь. И сейчас вы видели завершающую стадию крестного хода, который начался буквально 10 минут назад. Сейчас все стоят у дверей, вернее, уже входят в храм, трижды пропев пасхальный тропарь. И вот именно этот момент знаменует и дает отсылку к тому, что как стояли ученики у храма у пещеры гроба Господня. Сейчас начнется пасхальная служба заутренняя, которая начинает великий праздник Пасхи. Вы слышите колокольный трезвон. Сейчас все зайдут в храм. Вы видите, сколько здесь людей, очень много собралось. Я знаю, что храм вмещает 1000 человек и даже чуть больше, но вначале даже все вот эти люди, которые здесь, не могли там поместиться. Столько народу пришлось сегодня отметить самый светлый, самый главный христианский праздник Рождества Христова. Сегодня сюда приехал и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Впервые он в Красноярске отмечает Пасху вместе с местными прихожанами. И вот вся процессия сейчас входит в храм. Самые красивые кадры крестного хода мы обязательно покажем чуть-чуть позже. Сейчас будем ждать, когда начнется праздничная служба. 12 часов ночи по традиции начинают пасхальную утренню, и священнослужители и молящиеся в храме в этот момент зажигают свечи на Пасху. Перед самой в алтаре начнут петь, и вы уже слышали возглас «Христос воскресе». Вообще праздник Пасхи символизирует Праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью. Ну вот все, с этого момента Великий пост считается законченным, и верующие уже могут после этой службы разговляться. Добрый вечер еще раз. Я напомню, мы ведем прямую трансляцию из главного храма Красноярска, где только что началась первая пасхальная служба нынешней Пасхи. И по древней традиции вот на этой первой пасхальной литургии читают первую главу из Евангелия от Иоанна. Ее часто произносят даже на разных языках. Ну а в конце службы освящают громадную просфору, похожую на кулич. Кулич тоже один из символов Пасхи, как вы знаете, как и яйца. Я напомню, что около 1000 человек вмещает этот храм. Часть людей уже разошлись, приходили посмотреть только на этот крестный ход. И я напомню нашим зрителям, что сегодня, в эту ночь, от храма организован развоз прихожан. В разные концы города отойдут 4 маршрута, и все эти автобусы будут бесплатные. Сейчас посмотрим, что происходит в храме.
Вообще этот праздник Пасхи будут отмечать всю неделю, которая называется Светлой Седмицей. По традиции на этой неделе нужно делиться едой с голодными, помогать сиротам, совершать другие благие дела. Какие? Об этом узнаете в слове митрополита прямо сейчас. Вот день великий, вот суббота великого покоя. День последней субботы перед всеношной и пасхальными торжествами называется Великая суббота. И, как я сказал, день великого покоя. Господь в гробе, и Господь восстанет невидимо человеческому глазу и явится женам-мироносицам, апостолам, а потом и всей Церкви. Пасха Христова – великое божественное откровение роду человеческому о том, что человек бессмертен и что смерть уже не господствует. А что ж такое смерть? А смерть – это неверие в Бога. Смерть – это грехи. Смерть – это всякое зло. Смерть – это все то, что мы с вами сегодня делаем. Наркомания, аборты, разводы, предательство, кровопролитие. Пасха пришла к нам в наши открытые сердца и открытые двери домов, чтобы мы, верующие, ликовали и радовались, ибо торжествует земля и небо, правда Божья побеждает тьму. Свет веры очищает наши души. Радость, которая не отнимается весь год, даже великими скорбями, переживаниями и страданиями. Откровение Божье о том, что всякий верующий наследует радость вечной жизни и спасение своей души. Пасхальный день мы приветствуем друг друга, Христос воскресе, и ответствуем воистину воскресе. Христос после Адама, первый человек и единственный Бог, совершивший величайшее чудо воскресения, чтобы мы с вами осознали путь своей временной жизни и пришли к собственному воскресению и спасению в вечном саду Господней жизни, имя Ему – рай. Итак, в храме Рождества Христова продолжается пасхальная, первая пасхальная служба в этом году, которая символизирует победу жизни над смертью, воскресение, воскресение Христова. И я напомню, что всю неделю мы будем праздновать Пасху. Всю неделю в Красноярске будут проходить различные пасхальные мероприятия. А 18 апреля, например, даже будет мастер-класс для колокольных звонарей. Завтра пасхальная ярмарка пройдет в храме возле краевой больницы. И будет специальный пасхальный концерт в парке имени Горького. Итак, будут и другие мероприятия, в том числе экскурсия по храмам. Мы секунду сейчас посмотрим, что же происходит сейчас в храме. Я попрошу еще показать. Ну что же, вы слышите колокольный перезвон. Христос воскрес! С праздником Светлой Пасхи. О других мирских событиях дня далее расскажет Тамара Васильева.